Меня спрашивают про соперничество в личных отношениях, и я на это вам должен сказать, что вообще желание одержать верх и оказаться правым – это, конечно, от слабости. Вот. Иногда бывает от глупости, но чаще от слабости. Знаете, вот пропускать человека вперед, и чтобы он как бы чувствовал, что на его стороне правота там, и так далее, это на самом деле вызов для него самого. Вот. И если вы не занимаетесь перетягиванием каната, а просто действительно хотите понять, кто из вас лучше в чем-то, да, а замечательно, когда один из вас лучше в одном, другой лучше в другом, ну просто дать ему возможность в соответствующей сфере или по соответствующему направлению реализоваться, ну как бы получится, значит, он действительно лучше, это теперь его ответственность, или ваша, если у него не получилось.